Прекрасная дама и рыцарь. Ах, рыцарь, мой герой! Какие нравы, какие чувства! Ах, оказаться бы в той эпохе! Пас! Удар! Ой! Роза, извини! С кем приходится иметь дело? Да ладно, не дуйся! Он же не нарочно! Нарочно, не нарочно! А настоящие рыцари перевелись! Вот так! Ну вот, обиделась! Не будет мне прощения! Да не переживай ты так! Что она там про рыцаря говорила, а? Привет от рыцаря! Прекрасной даме! Ой-ой-ой! Таскать тяжести – задача рыцаря, но не дамы! Это мои грибы! А мы из них пир закатим по старинным рыцарским рецептам. Лапки оближешь. Правда, друг мой рыцарь? Правда, правда. Как рыцарь рыцарю говорю. Пир? Ага. Отведайте кушанье, наипрекраснейшая дева. А где тарелка, вилка и нож? Так это ж рыцарский пир, а не ресторан тебе. Подайте салфетку, лучше влажную. Разве не видите, тут сок? Какие салфетки у рыцарей? Вы, мадам, еще дезинфицирующее мыло попросите. Напиток для прекрасных гостей. Ой, как необычно. Ой. Прогулка. Позвольте сопровождать вас на прогулке. Цветок моей души. Цветок души моей. Пожалуй. Ну, давай, пой. Что пой? Что-что? Рыцарские баллады, конечно. Баллады? Сейчас, вот. Роза мечтала о рыцаре славном. А что же ей в рыцарях кажется главным? Какой ужас! Доспехи, оружие, ох, лучше бы ты не пел, Тимоха! Каким должен быть любимый герой? Спасибо большое! Спасибо, спасибо! Достаточно! Так это же еще не все! Вот, послушай! Я рыцарь не глупый, смелый, смотри! Я Розе готов подарить все цветы! Такого героя влюбиться хотят, в ком храброе сердце и ласковый взгляд. Хватит петь! Ты все испортил! Скорее вызывай меня на бой, пока твоя дама сердца не сбежала. А? О, наипрекраснейшая! Я вызываю этого рыцаря на поединок! Ага. И пусть победит сильнейший за прекрасную даму в бой! Не бойся, сильно бить не буду. Тимоха! Ты жив? Сильно ушибся? Ничего не сломано? Покажи, где болит? Я настоящий рыцарь. Все ради дамы сердца. Рыцарь, рыцарь! Настоящий! Чаю хочешь? Очень хочу! Я же говорил, что простит! Теперь рыцарю предстоял дальний поход. И там его ждали новые испытания. Новые испытания? Точно! Мы же еще в поход не ходили! Ой, да надоели уже эти рыцари! Турниры, походы, охота! Вот и все развлечения! Давайте лучше кино посмотрим. Цивилизованно. Ага. Всемирный день окружающей среды. Сегодня особенный день. Всемирный день окружающей среды. И мы, Барбоскины, не останемся в стороне. А как мы не останемся в стороне, Гена?
Хороший вопрос, малыш. Мы проведем операцию «Здоровый лес». Уберем мусор, высадим саженцы, подвяжем сломанные ветки. Ага, мы убьем, а потом лес опять замусают и ветки переломают. А мы опять уберем и подвяжем. Наш план. Команда «Альфа» под руководством дедушки отправится к большому камню. Мы с командой «Браво» займемся окрестностями старого оврага. И под кустом еще загляни. Слушаюсь, мой генерал! Попался! Обнаружен особо опасный преступник! Вы имеете право хранить молчание? А где Лиза? Не знаю. Лиза, ты ничего не забыла? Вроде бы ты умный, Гена, а не понимаешь. Все эти уборки мусора, подвязывание веточек ничегошеньки не решают. Что? Леса нужно спасать в планетарном масштабе. Что такое фантик по сравнению, например, с промышленным загрязнением атмосферы или с глобальным потеплением? Лиза, ты где этого набралась? В интернет-группе «Спасем Землю». Кстати, мы обсуждаем катастрофическое состояние лесов бассейна Амазонки. Значит, работать ты не будешь? Не-а. И ты, вместо того, чтобы пакетики из-под чипсов подбирать, мог бы придумать, как лесам по-настоящему помогать. Ты же изобретатель. Гена, гляди, что я нашел. Коробки. Я робот. Вжих, вжих, вжих. Дружок, да ты голова. Ага, голова, коробка. У меня для тебя есть особо важное задание. Лиза, хочу сказать тебе огромное спасибо. За что это? Ты мне посоветовала изобрести что-нибудь такое, чтобы лесам помогать в этом... в планетарном масштабе. И вот я изобрел. Знакомься, эко-робот. Какой-то он у тебя непрезентабельный. Это прототип. Мы потом организуем массовое производство. Представляешь? Тысячи эко-роботов по всей Земле убираются в лесах круглосуточно, без перерыва на обед. Молодец, Гена! Наконец-то ты понял! Вот это масштаб! Пойдем испытывать! Эко-робот! Команда «Убрать мусор на поляне». Ай! Эко-робот! Стоп! Эх, как я не подумал! Его же настроить надо! Поможешь? У меня там важное обсуждение в группе! Лиза, робот самообучаемый. Нужно просто показать ему, как правильно. Я бы один мог, но если нас двое будет, робот быстрее научится. Ладно, но только ради планетарного масштаба. Операция «Здоровый лес» в действии. Фух, теперь можно и отдохнуть. Ага, я тоже запарился в костюмчике. В костюмчике, значит? Ну-ну, не принимай близко к сердцу, Лиза. Зато ты помогла лес чище сделать. Я вам покажу костюмчик. Подложи, брат! Клуб ученых и находчивых. Ну уже, давай.
Приветствуем любителей головоломок. Есть. В эфире еженедельная передача «Клуб ученых и находчивых». Сегодня вас ждет множество потрясающих задач на логику, математику и пространственное мышление. Обещаю, вы проведете время с большим удовольствием. Дружок, нельзя ли потише? Извини, брат, ручки громкости нет. Понимаешь, скворечник пилю. Тут микротрещина. А эта задачка не для средних умов. Внимательно что-то прослушайте я не вижу. Условия. И не увидишь. А ее только налетанным глазом заметить можно. И доска твоя никуда не годится. Да? Ха, ну ладно, у дедушки в сарае еще есть. Представьте, что нашу планету стянули кольцом по экватору, длина которого, как известно, равняется 40 075 километрам. Внимание, вопрос. После того, как... Лена, ты меня убрал? Еще на один нет. Метр... А ты разве ее в сарае не уносил? ...сможет зазор протиснуться мышь. А сейчас вы услышите действительно феноменальную задачу. Да я вижу, настроен серьезно. Гвоздь мне в кеды, если не серьезно. Тогда где же твой чертеж? Как ты собираешься скворечник построить? Надо же представлять, что делаешь. А? А ты, наверное, прав. Пойду начерчу. Напоминаю, вы слушаете «Клуб ученых и находчивых». Следующая задачка заставит хорошенько подумать даже академикам. Ну как? Красивый, правда? Это точно не чертеж. Вечно ты недоволен. Скворечник есть, птичка вот. У меня другая проблема. Дедушке хорошие доски для своих работ нужны. Тренируйся, говорит, на этих... Ну скажи, как из таких обрезков скворечник сделать? Хм, действительно, задачка не для средних умов. Готово, плотник? А птичка где? Во! Да нет же, видишь, тут нужно по чертежу сверяться, а у тебя опять все наобум. И здесь, ведь все же рассчитали. Архитектура скворечника здесь не банальная. Гена, а может ну его, потом доделаем? Получилось! Задачка решена! У меня такое чувство, будто я что-то забыл. Моя передача! До встречи на следующей неделе в клубе ученых и находчивых. А теперь прослушайте новости спорта. Матч между хвостами и хот-догами закончился со счетом 1-1. Лена, ты что делаешь? Беседку из трапеций. Кстати, спасибо тебе, дружок. Если бы не твой скворечник, я бы никогда столярничать не начал. А это так здорово! Рука всемогущая. Попалась, родимая! Эх, сорвалась! Вот незадача-то! Дорогу научно-техническому прогрессу!
Ну, как тебе мое изобретение? Я потрясен! Рука всемогущая. Изобретатель Гена Барбоскин. Ух ты, столько рыбы! Гена, а что эта рука еще умеет? Точно и сам не знаю. Идут испытания. Роза, а ты что делаешь? Да вот, блинчики собираюсь испечь. Будешь? Что тут происходит? Гена свое чудо техники испытывает. Вот она, революция в действии. Браво, браво! Браво! Хе-хе, надеюсь, хотя бы есть она за меня не станет. Ген, ты бы передохнул, блинчиков поел. Ну, я в лес по грибы. Ой, деда, не до этого мне. Сам же видишь, дел по горло. Эй, ты куда? Левее, левее, а теперь вниз и... Ура, попал! Есть гриб. Находим, срываем, кладем. Находим, срываем, кладем. Ух ты, и ничего ж себе! Так с этой штукой теперь можно вообще ничего не делать. Ага, отдыхай. Сейчас Генку разбудишь. Только не это. Плакали тогда мои грибочки. И моя рыбалка. А я страсть как люблю рыбу ловить. Эй, пирожки. Сама испекла. Угощайтесь. Вкусно. Доброе утро. А куда это вы? Засек. Внучек, не надо руку твою всемогущую, а? Как не надо? А кто ж тогда будет грибы собирать, рыбу ловить, пирожки печь? Мы сами! Пирожки печь очень даже интересно. Поешь, еще теплые. А я обожаю грибы собирать, потому что ничего не делать, ну очень скучно. Внучек, а может пора эту руку на конкурс отправлять? А что же я тогда буду делать? Отдыхать! Любовь к экспериментам. Телеграмма! Срочная телеграмма! Что там? Генку на конференцию приглашают. С докладом выступить. Ничего себе! Кушай, кушай, маленький. Потом играть с тобой пойдем. Гена, Гена, вот, читай. Ого, пленарное заседание. Не, я не поеду. Как это не поедешь? Тебя ж по телеку покажут. В газетах напечатают. Звезда мировой науки Гена Барбоскин. Но у меня тут это. Жук, что ли? Мой жучек не просто жук. Это очень редкий жук. И что? И еще он принимает участие в важном научном эксперименте, который нельзя прерывать. Вот. А что за эксперимент? Может, мы справимся? Конечно, справимся. Ради брата поддержим науку. Делов-то!
Вот здесь будете отмечать результаты жучика. А вы точно все поняли? Точно! И будете выполнять все минута в минуту? Будем, будем! Поезжай давай! Я сейчас! Не переживай, жучик. Играть будешь с утра и до вечера. Я им в инструкции такого написал. Не соскучишься. А там и я вернусь. Гав, гав, гав. 6:15. Завтрак. Предложить жучику на выбор яблоко, морковь и манную кашу. Я за яблоком. Чу, моя морковь. А я, значит, кашу вари. Кашу, кашу, выбери кашу. Ура, я победил. Так и отметим яблоко. Полундра, в 6:30 запустить зверька в лабиринт. А у нас еще ничего не готово. Фу, успели. Роза, засекай время. Куда пошел? Влево иди, влево. Эй, не тормози. Пьет, жучек, пьет. Так, идем на рекорд. 30 секунд. Дружок, отметь там. Алло. Ну как, лабиринт? Понравилось? Ага, мы в восторге. Да не вам, жучику весело было. Роза, через 5 минут купание жучика. Все, пока, не мешай эксперименту. Что? Алло, алло. Жучик, я вернулся! А где жучик? Удрал. Как удрал? Жучик, ты где? Отзовись! А что, эксперимент закончен? Да нет никакого эксперимента. Это просто мой любимый питомец. А? Жучик, миленький, ты вернулся! А я тебе подарки привез. Тебя хоть здесь вовремя кормили? Деда, поиграй с нами. Нам 4-го не хватает. А как же Гена? Безнадежен, у него жучек. Что такое жучек? Важный научный эксперимент! Семейные ужасы. Гена, хватит маячить. А что еще делать? Я все эксперименты завершил. Ну, машину времени придумай. Пробовал, пока не получилось. Честно говоря, я тоже тут заскучала. На этой даче уже забыла, как маникюр делать. Хочу домой. Вот это последний кроссворд. Надоело. А? Смотрите. Дружок, а чего это у тебя тут? А ты чем занимаешься? Занимаюсь... ничем. Вон, испачкался весь. Новые грядки копаешь? Грядки? Нет, тренируюсь просто. С тачкой? Да, это утяжеление. Разминка. И раз, и два, и вообще, разойдись. Я пошел спортплощадку строить. Странный он какой-то. Ой, смотрите. На спортивную площадку не похоже. Интересненько. Клюнули. Кажется, ушел незамеченным.
Как это все странно. Тут что-то не то. Пойдем за ним. Я заинтригована. Ну что там? Темень! Хорошо, что я телефон захватил. Интересно, куда ведет этот ход? Лучше бы узнать, чего это он сюда залез. Смотрите, следы. Он точно туда пошел. Как проницательно. Дружок! Тише вы. Ай! 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 Кто здесь? Ничего особенного. Отряд рукокрылые. Подотряд летучие мыши. Ой! Ну вот, а то все скучно, да скучно, да делать нечего. Во, Хэллоуин понравился, уже повеселели. Как-то мне не по себе. Кажется, паукам как-то не очень. А клоуны? Нет, и клоуны не подошли. А я-то так старался. Дружка, так и не успели найти. За дружка! Дружок? Вот вам и благодарность. Думал, сделаю развлечение для скучающих родственников. Да, немного перестарался. Но немного. Значит, все это спецэффекты? Инженерное решение, оригинальное. Ага, а я еще фокусы вам приготовил. Не надо фокусов. Курорт. Роза, привет! Как отдыхается? Обалденно! Да, я тоже обалдела. Тут на море такая жара. Но надо терпеть, курорт, сама понимаешь. А у тебя там как? О, экзотика! Тут и пустыня, и море. Ну и звезды всякие тусуются. Знаменитые спортсмены. Повсюду крутые тачки. Вау, выходи в пес Инстаграм, фотки покажешь. Ой, телефон разряжается. Чуть попозже. Что? Иначе пострадает моя репутация. А у меня все должно быть круто. Глупости. Почему мы должны что-то изображать? Ага, ерунда какая-то. Ну, пожалуйста. Все мои подруги отдыхают на модных курортах. Одна я. Ух ты, пух ты. Давайте поиграем в курорт. Пожалуй, это интересная режиссерская задача. Как раз для меня. Ну что ж, раз большинство за... Придется принять участие в этом шоу. Да, у нас тут тоже жарище. Ваша заказа, Маузель. Мерси. О, какие фрукты тебе принесли? Фейхоа, манго, экзотика. Смотри, кто тут загорает. Это же тот самый режиссер Лайкинс. Вау. И знаменитая певица Леди Гав-Гав. О. И известный яхтсмен тоже тут. Ну, известный самый. Ну ты даешь, классно, пришли фотки. Жди, скоро вышлю. Нужное фото, срочно. Катаюсь на слоне. Это местные бедуины. Ну и всякие там вкусняшки.
Что тут у нас? Авокадо, мангустины. Ой, как круто! У нас тут тоже экзотики хватает. И верблюдов, и всяких там попугаев. Фу. Калибри, сколько угодно. А у нас комаров, сколько угодно. Ну, пока-пока, до завтра. Просто супер! Весь день убит на эту ерунду. Я вас обожаю. Всем спасибо. Завтра продолжим. О, нет! Доброе утро, подруга. Ну что, загораешь? Чем сегодня собираюсь заняться? Ну, еще не решила. Я тебе перезвоню. А вы куда? Роза, мне кажется, пора возвращаться с курорта. У нас тут тоже неплохо. Полностью согласна. Ага, курорт в районе средней полосы. Если захочешь, присоединяйся к нам. Мы швартуемся у старой пристани, будем рады. Ну и пожалуйста. Посмотри на нормальных отдыхающих. Тьма непринятых звонков. Ты куда пропала? Затянула курортное веселье? Ты знаешь, а я вовсе и не на курорте. Я тебя разыграла. Я на даче у дедушки. И тут здорово. И мои родные самые лучшие кинозвезды. Приезжай потом к нам. На нашу пятизвездочную дачу все включено. Веселье, приключения и лучшие друзья. Вдохновение. С дедушкой на рыбалку ходить, конечно, здорово, но вот червей в этой яме копать терпеть не могу. Какая красота! Не замечала, насколько прекрасны дачные рассветы. Стихи! Надо скорее записать. Прекрасны дачные рассветы. Ну-с, начнем. Прекрасный дачный... Дружок, я занята важным делом. Творческим. Я тоже творческим. Сделаю сейчас накат для скейта. Хорошо-то как. Птички поют. Да он даже не понял. Ты думаешь? Нельзя ли потише? Ну, вообще... Ты чего подслушиваешь? Представляешь, у нас на даче даже негде нормально поговорить. Везде кто-нибудь вылезет. Я первая сюда пришла. Да что ты говоришь? Прекрасный дачный рассвет. Извини, отвлеклась. Прекрасный дачный... Куда от вас спрятаться? Наконец-то тишина. Прекрасные дачные рассветы, когда коснется солнце луч. Что это? 5, 6, 7. Откуда 8, это? 9, 10. Отсюда, что ли? 11, Генка, ты 12, что тут делаешь? 13. Лиза, не отвлекай. Отмеряю нужную дозировку. Долго еще будешь отмерять? 15. Ровно 408 капель. 22, 23. Это невыносимо! Я не могу работать в такой обстановке! Коснется солнце луч. Луч, туч. Иду на посадку. Лиза, поиграй со мной. Не могу. Я занята. А чем ты занята? Стихи сочиняю. Почитай. Не готова еще. Вдохновение ушло. Ну как, Лиза,
пришло вдохновение? Нет, малыш, не пришло. Пришло? Нет, не пришло. Вот тебе, малыш, еще самолетик. Эй, да у нас тут шторм 9 баллов. Отставить сырость на корабле. Ну-ка, рапорт в двух словах. Хотела стихи написать, как у нас красиво на даче. И ничего не получается. Вдохновения нет, еще мешают все. Да, вдохновение — дело такое тонкое. Это называется муки творчества. Все поэты так страдают. Все? Обязательно. А давай-ка пока окуньков к ужину половим, а? Эй, смотрите, сколько рыбы мы наловили! Серьезная заявка на победу! А какая красота там на озере! Деревья отражаются, вода сверкает, как золото! Ура! Прекрасный дачный рассвет! Вдохновение пришло! Так, кто сегодня дежурный по камбузу? Я! Принимаю лов, а ты, дружок, принеси-ка ведро с компостом. Видать, забыли, вечер уже! Завтра картошку подкормим. Гвоздь мне в кеды. Вот это красота. И ведь никто не видит даже. Надо хоть сфоткать. Эх, телефон забыл. Нет, это надо нарисовать красками, как настоящие художники. Сейчас же, пока есть это вдохновение.